Свой профессиональный праздник работники городских электрических сетей встречают на рабочих местах. Ведь надежное энергоснабжение всегда было и остается главным в их работе. Оперативно реагировать на любые нарушения в работе системы – задача диспетчерской службы. Сегодня смена инженера Андрея Балабаева. К нам обращаются постоянно жители города Губкинска. Любой звонок у нас принимается. И стараемся в кратчайшие сроки выполнить все недостатки или неисправности, которые у нас есть в городе по электрической части. Перед диспетчером вся система электроснабжения как на ладони. В режиме реального времени он видит изменения технологического состояния оборудования, уровней напряжения, нагрузок. Работа здесь ведется круглосуточно. На плечах энергетиков лежит ответственность за бесперебойную работу предприятий нефтегазового комплекса, школ, больницы, за свет и тепло в наших домах. Днем или ночью, независимо от погоды, мастера выезжают на объекты для оперативного восстановления электроснабжения. Такая схема, как у нас в городе, это мечта любого населенного пункта у нас в России. Если у нас подстанции, которые наружного исполнения, они имели одно питание, то силами МУП ГГС было сделано второе питание. То есть у нас на площадке стоит две подстанции наружного исполнения. Если нам необходимо выводить линию в ремонт, мы смело переключаемся, переводим все на одну линию, а вторую линию можем вывести в ремонт. Недаром о своей работе энергетики говорят: хорошая работа, когда она не видна. При этом значимость энергетической службы трудно переоценить. И, наверное, не случайно, что свой профессиональный праздник они отмечают 22 декабря, в самый короткий световой день в году, когда главный энергетик солнца скупится на свет и тепло. Наша задача – давать миру тепло и уют, дарить людям свет, обеспечивать комфорт и в конечном итоге давать жизнь. Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда будет свет и тепло. С праздником! Ирина Заикина, Алексей Магин, Денис Гонцов. Новости Губкинского.